Слава Украине, героям слава, привет всем от Полонского. Смотрите, в Украине сейчас зарегистрирована петиция с требованием к Зеленскому запретить на 50 лет вообще какой-либо въезд гражданам России в Украину. Вы знаете, при всем моем наипаскуднейшем отношении к гражданам России, вот по-другому даже и не скажешь, ну, я не могу этого поддержать, потому что это больше ограничивает даже нас. 50 лет это многовато с моей точки зрения, но... скажем так, что вот это показывает, до чего нас довели путлеровцы, до чего, как они всех просто здесь довели уже до белого коленя. И видите, люди не хотят, чтобы россияне сюда ездили вообще в обозримом будущем. То есть, чтобы их и они сами, и их дети, пока они в активном возрасте, да, еще, чтобы никогда больше не пересекались с россиянами. Вот. До чего? Это вот работа Путлера. Это совсем не работа тех людей, которые подписали эту петицию. Поймите правильно. Этих людей довели, потому что этих людей ограбили, кого изнасиловали, кого убили, кого лишили имущества, автомобилей, чего угодно. Это ж, понимаете, к нам зашла саранча. Которую по-другому, как саранча, не назовешь. Это заходит саранча абсолютно нищая. И грабит все, что грабит, убивает, насилует, бьет. Ну, это как вот Орда, да, в 1240 году, когда она от Киева не оставила от камня на камне. Вот это точно такая же Орда к нам сейчас зашла. И вот люди к этому, соответственно, относятся. Поэтому я, не поддерживая такой срок, это, с моей точки зрения, немножечко многовато. Вот, потому что через... Во-первых, я вам скажу почему. Через 50 лет никакой России давным-давно не будет, поэтому не актуально. Срок жизни России я даю 3-5 лет, это максимум. Через 5 лет, я думаю, никакой России уже давным-давно не будет. Будет Московия и будет куча свободных республик, с которыми надо выстраивать совершенно другие отношения. Поэтому я говорю, 50 лет, знаете, очень оптимистично смотреть на срок жизни так называемой России. Ну, это глупость. Ее не будет, конечно же. Вот. Но, тем не менее, очень симптоматично. Еще один момент. Смотрите, у нас сейчас очень много граждан так называемой России в рядах ВСУ громят рашистов. С ними как поступить? И с моей точки зрения, вот эти люди, которые в рядах ВСУ на сегодняшний день воюют, они как минимум заслуживают на вид на жительство, а в принципе некоторые из них заслуживают на гражданство, потому что ну, извините, пока мы в тылу, а они сейчас на фронте, понимаете, и воюют там по полной программе. Поэтому тут такой момент, знаете, скользкий. Хотя при всем при этом, конечно, вот это требование на 50 лет запретить гражданам страны-агрессора приезжать сюда, оно очень-очень симптоматично, и видите, и в принципе даже и оправдано. Вот так вот. Так что передавайте привет Путлеру. Это не граждане Украины, это все придумали. Фактически это все придумал ваш Путлер. Слава Украине!